Хотя, вообще-то, что смог, я продал на Запад, а что не смог, переплавил в нечто более современное. Золотой путь говорит, что я их ограбил. Лгут ведь! Они сами себя грабили сотни лет, вместо того, чтобы заставить золото работать на них. Это тебе урок, Аджай. Люди лицемерны. Они всегда хотят обвинить кого-нибудь в том, что их жизнь дерьмо, и никогда не хотят разделить ответственность. В следующий раз, как начнут ныть о школах и больницах, вспомни, что их богатство веками пылилось в старых монастырях. Так, сейчас мы вот этого снимем. Да как ж... Да как ж так-то? А-а-а, слушайте, так он Рэмбо, а я-то не понял сначала. Я-то думал, это обычный этот, ну, солдатик, скажем так. Блин, ой, ёпта. Да калаш тоже классный, но надо... Я уже купил эту, ладно уж. Так, чё, разберём сейчас с тобой. Всё, пока. Спасибо. Блин! Тачку, машинку дайте мне, а что-то... ничего нету. Ну, я знаю, что мы сейчас сделаем. Смотрите, мы на упри... У нас есть уже... Косяк, мы Арджуна упустили. Нам его искать теперь. Супер прием. Ай-ай! Еще один или в чем прикол? Так, а, он назад быть. Просто отбежал. Потому и вот такая вот фигня получилась. То, что я не смог в него попасть. Да ёп. А, ну, с этого... Да, мы же собрали, забыл, мы прокачивали. Блин, вы чё, гоните? Тут реально машины нет? Ой. Во. Не, впереди, во. Подожди, почему там? Чё за... Вот. Да я так и знал. Нормально, ч... Ёп. До свидания. А где он? Ха, странно, ну ладно. Так, ну чё, тут какая-то шкура медведь ведьмака вот замочил. А нам сейчас нужно вот сюда. Yeah, как же круто то, что компашка-то у нас есть. И мы быстро перемещение потом сделаем. Вау, слушай, как я рад. Так, а нам между тем полторы, а нет, 1000 метров. Ну, то есть, а один километр тут прогнать. А, мне бы дельтаплан или аэроплан. Как музыку сменить? Вообще вырубить лучше, отвлекает. Но в этих самолетах возят не людей, а героин. Я не особо в теме. Не то знаю, что грамм героина стоит от 100 до 300 долларов. Только один грамм, чёрту. А полный самолет героина... Математика не мой конек, но кажется, это крутые бабки. Говорите, что хотите, но денег у меня. Про героин меня будут, вообще ничего не интересует. Ну, хотя, может, хватка у этого парня. А, что-то полезное говорит. Диктаторы тоже имеют записками. Я просто немного не разбираю, что там говорит. Потому что музыка громкая. Я замолчал и прислушался. Так, а это что за вышка еще там? Что это там такое было-то? Я что-то даже не понял. Ладно, блин, нам 400 метров. Да, мне нормально. Дорога шикарная просто. Так. Так, 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 стоп. Ну, давайте все-таки доверять указателю. Может быть, он и делает путь длиннее, правда, реально. Куда это он? А, ну да, он по дороге просто. Ну ладно, давайте сгоняем. Неохота, сейчас подъеду, а там горы какие-нибудь.
куда я вообще не заберусь. Объявление о Министерстве внутренних дел и социальной гармонии. Будущее Керата в ваших руках. Ваш выбор определит великое так. и главное будущее этой страны. Поддержите Пейгана. Вступайте в армию короля. Стоп, помогите, а вы заметили, что у нас задание Амиты именно? То есть не нашего Саба или как его там, а именно Амиты. Потому что она возглавляет якобы Золотой Путь. Так, это что такое еще? Ну да, это я знаю, что это. А, ну что, в стелсе сейчас с ними разберемся или как? Или как обычно? Ха-ха-ха. Ну, я имею в виду не как обычно. Замесим. Это ё-моё еще такое. Может, тут и нет вовсе... Стражи. Я манал вас. Фу, блин. А чё они тут собрались-то все? Поэтому здесь никого нет, наверное. Чё за тёлочки тут, а? А, вон там чё-то, наверное, это чё... Ой, блин. Ну ладно, неважно. Так. Нам нужно сейчас... Так, подождите. Вот, 250 нам за что-то там дали. Не знаю, за что, наверное, за то, что мы сюда пришли. Навыки, кстати, сколько у нас? 4 укачаем. Все навыки просрали, блин. Ну все, теперь что-нибудь другое будем копить. Ну-ка, давайте бам. Ну не так ты уж и быстро. Так, а с этим мы нормально, так, с ноги. Амбарный замок с ноги расфигачили, да? Сюда нам. Наверх. И... Там что-то еще внизу полезное было. Алмаз, похоже. Нас запалили. Вон, нам сюда. Высоко достаточно поднимаемся. Ну, либо просто я забыл. А вышки я не так часто начал захватывать. Так. Сюда. Усложняют немного нам вышки, задания. Может быть, это зависит от того, сколько мы вышек открыли. То есть, например, следующая вышка сейчас не такая сложная. После того, как мы сейчас эту откроем, она будет сложнее. Аптечка, гранаты, походу, или я не знаю, что там было. А что это за звери? Надо сейчас глянуть. Так, а как? Ну ладно, давайте. Бам. Шикарно. 6 колокольни же. И сейчас нам наш пилот нам покажет, что у нас тут. Камера наша. Ашарам Агхор. Что-то там, не знаю. Начальная школа Авинаш. Кстати, я их видел, по-моему, до первых, которые были. Винокурни. Винокурня. Теперь нам ракетница доступна. Манал я, блин. Нафига нам эти ракетницы? Кстати, да, надо посмотреть, что тут по карте. Блин, какие-то животные новые. Это еще что такое вообще? Даже не пишут. Каньон, наверное, какой-то. А что так мало-то? Офигеть. А что там за зверьки-то были, какие-то опасники? А что так мало открыто, я не пойму. Странно вообще. Самое большое, где я открыл, по-моему, это вот здесь где-то. Тут вообще капец. Ну, А, подождите, наверное, вот эта вся часть открыта. А хрен их знает. Так, ну что, давайте... Вот сюда? Нет, сначала вот сюда. Да. Так, нам, подождите, 800 опыта, уже 0 очков пока что. Ладно. Зато мы быстро перезаряжаемся. Кстати, если мы сделаем так... Ну, я хочу сказать, нормально, да. Но это не будем, ладно. Средняя статистическая перезарядочка.
Ой. Так, подожди. Почему у меня не перезаряжено? А, перезаряжено. Проще, кстати, вот сейчас покажу. Вот так сделать. Ой, не туда нажал. О-о-о, стоп-стоп, это наша тема. Блин, еще один убежал. Так, смотрим. Нам должны по плану сейчас написать, что у нас хорошая шкура или какая-то такая. Шкура кабана. Шкура кабана, да. Две шкурки дали. И изготовление у нас, естественно, шкура вепря. Понятно, почему. Ну ладно. Так, а что мы можем? Можем. Среднюю шкурку. А что нам теперь? Да ладно, нахуй, да я теперь знаю, где они. Вот, и нам леопардик нужен. Леопардик. Так, а что тут у вас? Дополнительные какие-то задания, видимо. Стоп, вот тут что-то есть. Теперь, так, патроны. Кстати, 99, обратили внимание, а было 80. Пятнашка здесь уже. Тут и было, а тут пока что я не знаю, что. Что-то здесь посмотрим. Во! Нормально, у нас толстый кошелек, поэтому мы имеем право. На что это за листочек там был? Так, теперь нам вот сюда. Тут. Ой, подождите, стой, зачем нам сюда? Стоп, стоп, стоп. Фига, нафига, нафига. Нам вот сюда надо. А, там опасный тигр есть. А, у нас. Я думаю, мы его не побеспокоим. Так. Кстати, же зверюшки-то разбежались, все заметили, да? Да, да, да. Блин, ё-моё, они разбежались, походу. Ёпта. Ха-ха, вроде там отстал он. Так, а здесь, я думаю, мы применим костюм крыло, поскольку у нас аванпост, и нам просто опасно пролетать над ним. Так, что это? Дельтаплан упал, да? Ну все, пора раз... Стоп! Ёп, ребят, почему? Почему? Блин, пожалуйста, хоть бы я восстановился у этой вышки. Ну да, здесь... Так, она у нас захвачена, да, получается? Нам снова вот сюда. Блин. Капец. Что я могу сказать? Тигр, быстрее, пожалуйста. Ой-ой-ой, тут осторожнее. Так, сейчас будем тренироваться. Блин, там еще и волки какие-то. Офигеть там. Так, ну что, будем тренироваться, чё? Костюм крыло. По-моему, С парашют раскрыть. Я просто Ешку нажал случайно. Да, С, а я Е нажал случайно. Ладно, давай здесь садись. Нормально. Так, вот здесь надо цветочек на всякий случай собрать. Зеленое растение где-то оно. Так, это не оно. Вот тут я даже уже вижу его. Мигает. Да. Так, и сейчас будем оценивать обстановку. На тяжеловес. Да, нет, обычный. Лучник, походу. Охотник, да. Ой-ой-ой. Подожди, подожди. Не, нам пока не до этого. Сейчас нам нужно вот. Осмотреть тут. Да что ж ты будешь делать-то? Так, ну что, подождите, почему-то там никого больше я не вижу. Может быть, это какой-то слабый. Вообще, я тут нахожусь, да, аванпост здесь. Давайте попробуем перебежать. Наверное, вот он весь аванпост. С этой стороны более или менее его видно. Да, он там. О, слон! Слушайте, ну это шикарно, что я могу сказать. Теперь мы, блин. Только бы знать, как бы его выпустить. Это да. Ну, хотя, я думаю, что мы просто-напросто попробуем перебраться на ту сторону как-то, каким-то образом. Ё-моё. А, только бы не заметил, только бы не заметил.
Так, ну что, смотрим, куда они все тут глядят. Так, и нету ли поблизости конвоя? Отлично. Так, и берем стрелу. На вот эту. Да ладно, запалили? Не-не-не, не запалили. Вон там еще сколько их. Раз, вот еще, ё-моё. По-любому слона надо выпускать, я даже уже вижу как. Как вы думаете, что произойдет, если я пальну этой стрелой? Не, подождите, давайте. Ну, давайте попробуем. Блин, я не знаю. Ну что, попробуем? Или все-таки... Ну давайте, ладно, рискнем. Там береги! Давай, слоник, я в тебя верю. Я тебе буду помогать даже. Давай вот этого сейчас. Нет, ну ладно. Ой, бедный слон загорелся. О, вон там еще гад побежал. Оп! Такой звук забавный был. Нифига ж там. Ну давай, сейчас мы... Вот. Промахнулся. Ну, ладно, давайте. Я думаю, сейчас без меня, в принципе, справится. Даже в башню попал. Ну-ка, этому попаду. Ну-ка. Блин, за колонной спрятался. Что, замочили слон? Не, вон он бежит. А вот еще. Ой, только бы он меня не заметил. Да, зелененьким почему загорелось. 4 аванпоста. Меня не заметили, мне за это должны по плану 3000. Ой, 1500. 1500 дать, да. Ну-ка. Да, 1500, шикарно, что я могу сказать. А вот здесь нам нужно патрончики собрать. Навык, естественно, нам дали очко навыка. Но сейчас мы разберемся с этими. А, в модном доме недели моды кирата. Да нафига нам это надо? Ну, может и надо, но потом посмотрим. А для начала соберем со всех них прибыль. О, видали, уже 108. Давай я тебя подлечу. Ой, бедный слон, надо ему... Надо с него стрелы все эти собрать. То ему охотники надавали, видимо. Тем более мне халявные стрелки, дайте мне их взять. Как их собирать? Ой, что-то алло, алло, это Аджайги? Кто это? Некогда объяснять. Как приходи тебя... в студию, я буду ждать. А, все, наверное, максимум. Это и еще что было? Почему максимум? Не максимум. Может, какие-то определенные стрелы? Ладно. Хрен их знает. Молодец, я горжусь тобой, слон. Так, а здесь у нас... Здесь у нас должны быть по плану стрелы, но нам почему-то их не дают. Ладно. С этого у нас... Сколько нам дадут с этого? А с этого у нас... Так, о, ну-ка, что-то никак. Ну все, с этого собрали. Так, что тут у нас? Читать можно. Угу. О, стрелы, ошибись. 150, да вы офигели! Так много я качнул, нормально. Было 90 сначала. Так, ну это нифига нам. Ну ладно, неважно. А, что-то тут мигало. Во-во-во-во-во, подожди. Во-во-во. О, да. Так, вот тут у нас есть кое-что ценное тоже. Так, с этого... Подождите, как-то можно было, нет? За что мне еще 250 дали? Я не понимаю, за что мне вообще очки навыка дают. За то, что... А, наверное, за то, что я собрал эту наклейку. Вроде можно было снять шкуру, нет?
Да фиг его знает. Может, можно. Нам волк не нужен, нам нужна нахора. Нахора, нахора. Кстати говоря, где это нахора? Надо посмотреть. Тут недалеко нету, вот случайно. Здесь почему-то нету. Ну, зато здесь топир. Да, и почкам навык. Сейчас мы глянем, что она тут. Что у нас тут? А у нас тут. Давайте почитаем. Меньше физического урона вас также станут тяжелее сбить с ног. Действие 30 секунд. Вот это да открыто. 6 ячеек здоровья. Четверочка требуется. Стоп. 6 ячеек, а у нас разве есть? Подождите, а у нас... Стоп. У нас 4 ячейки. 6 ячеек здоровья. А что, можно 6 еще даже сделать? А как? 6. Во! Ячейку здоровья. А что надо сделать? Блин, надо выполнить задание сраное. Ну ладно, тогда не будем. Ну это прыжок. Я не знаю, я вроде не пользуюсь. Так что... Надо смотреть, что тут интересного есть. Можно перемещать с помощью F. Вы получите меньше урона от падения. Станет прицелиться из лука станет значительно проще. Интересно. Меньше урона от стрела, по-моему, там было написано. Ключ к какому-то северу. Где это такое вообще? А, это, наверное, вот эти, нет? Интересно, что это такое, ключ к северу. Ну, может, вот эти какие-нибудь задания? Да хрен их знает. Аванпост захватили уже, блин, круто. Надо столько очков навыков, у нас просто их некуда девать. Нам уже нужно санных дополнительных заданий выполнять. Мне нравится захватывать вышки. Так, мне непонятно, почему у нас стрел так мало. А, не, все в порядке. А, и сейчас нам нужно переместиться вот сюда. Здесь можно быстрое перемещение сделать. Ну что, будем? Конечно, будем. Конечно, будем. Что ж мы? Так ждали компанию, и вот. Наконец-то. Вот, потрясающие места какие-то мне тут пишут. Я уже видел эти вопросительные знаки на сраных... Так, на сраных... на карте, точнее. Так, это продаем, продаем... Алкоголь, бриллиант. Продаем. Так, зеленый лист не будем. Вот это. Давай все же быстрее. Кабан нужен. Да пока ставим шкуру, будем оставлять. Так, красный лист. Это что такое? Чашка. Башмаки, кувалда, мыло. Ё-моё, сколько тут... Ой, блин, белый лист. Белый лист, ну ладно, нам он не нужен пока. Синий нужен, лиловый вроде бы... не знаю, зачем. Так. Так, значит, раз, раз, все. Значок, значки, я не знаю, для чего они нужны. Наверное. Тут есть подмогу высылать. Так. Так, 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 так. Так. Ну что, 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 что у нас тут есть? Нам нужно... Что тут почитать опять можно? Вот это, наверное, да. А, хорошо, что мы здесь захватывали. Но это не аванпост, конечно. Все равно здорово. Очень здорово. Говорят они со зверями. Со зверями, блин, я навык сейчас качну. Поговорят они мне еще со зверями. Со зверями вроде, а не со зверями. Хрен знает. Тут много ошибок, я видел. А, нет, здесь нет, не видел. Это в Call of Duty Advanced Warfare, или как там называется, я на русский манер. Жизнь кончена. Так. Не понял, подожди-ка. Почему здесь, там, разве не легче? Ладно, где машинку взять? Жизнь кончена. Я умру без... Чё? Так не пойдет. Мы не можем это... Намасте. Нет. Сами с собой чуваки разговаривают. Так, а вот тут у нас что-то интересное. Нет, почему-то. Либо это можно взять, нет?
Нет, чуть нельзя. Блин, неужели ни одной машины здесь нет? Да вы офигели. Что, шутите реально? Вот я эту вышку, помню, захватывал. Ну, по-любому должна быть. Где эта вышка-то? Вот она, колокольня. Да ладно, ну тут поблизости, смотрите, ни одного транспорта. Что за ерунда? Ну ладно. Там может быть, да? Ладно, все равно мы сейчас закончим уже играть. Так, ну что? Ой. Давайте, друзья. Прекрасная игра, но время все-таки поджимает немного, так что... Что надо сделать? Не попадал даже по нему ни разу, наверное. А может и вот так, ну... Блин, да что ж делать?